бгагавате васуде вая ом намо баговоте васудевая ом намо баговате васудевая омагяна темеран дгасия генанжана шалакая чак шурон мелітам ена тасмай шрі гуравинамага шрі чейтані мано бгіштам стапітам ена бгутале сваямрупокадамагям дадати сваподан тікам

На прошлой лекции у нас был обзор первой главы. Мы, в общем, прошлись по содержанию, обсудили, что есть важного в этой главе, какие есть разделы. В этой главе у вас есть в пособии вот это деление на разделы. Это взято из комментариев очарев, в особенности Балады в виде Бушины. Еще один, одно дополнение по поводу названий глав. Я как-то сказал, что у Вишанав Чакрати Такура главы называются иначе, иногда, нежели у Баладе в виде Бушины. Это была ошибка. Вишвана Чакрати Такура вообще не дает название главам, просто комментарии Вишвана Чакрати Такура к Бхагавадгите опубликованы в Гаудия Матхе, опубликованы с названием глав, но это не его название. Это название, данные уже переводчиками, редакторами из Гаудия Матха на основе содержания, на основе того, что Вишванат Чакаварти Такур говорит о главе, на основе его комментариев. Условное название, тогда как Баладе бушина дает название главам. И деление на главы это удобно для изучения, для запоминания для анализа и мы берем этого Ачария в методичку это попало от Баладовидибушиных, пожалуйста обращайте на это внимание, это поможет работать с текстом, поможет читать, то есть как я уже неоднократно говорил, главную часть работы по изучению должен сделать сам изучающий, да, преподаватель это вспомогательный Фактор да, в изучении нельзя принижать. Это 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 положение того, кто объясняет и учит шастов, но так или иначе, квалификация ну, требуется от обоих, об этом говорится в Шримад Бхагаватам. И от слушающего, и от говорящего от обоих требуется обладание определенной квалификацией, и в контексте вот этого систематического изучения шаста, книг Шилопроупады, мы ожидаем, что э, большую часть работы будет делать сам изучающий, то есть читать текст нужно самому, анализировать этот текст нужно самому, то есть мы этому учимся здесь. Мы этому учимся, для этого мы слушаем преданных, которые более знающие или более опытны в знании шастра. Для того, чтобы самим научиться, то есть подход к образованию, браманический подход к образованию заключается в том, что мы должны научить человека думать. А так же, как, допустим, в бизнесе у Вайшев важно научить человека делать деньги, не давать ему деньги, да, поддерживая его существование таким образом, а научить его зарабатывать деньги самому. Также в обучении браманов именно Такая цель: научить человека самостоятельно размышлять над шастрами, научить человека работать с шастрой, научить его понимать шастры да, эффективным образом. Да. То есть человек должен уметь объяснять шастры в результате, уметь размышлять над ними правильным образом. И, и так еще, еще это, это один момент, помогающий вот это деление на главы, на разделы, наше обсуждение и еще один фактор, который, он, который будет помогать проникать в смысл священных писаний и действительно извлекать из них благо для себя, пользу. Это банально, но внимательное, внимательное, вдумчивое чтение. Это банально, но это то, что мы иногда упускаем, мы иногда читаем просто. И даже вдохновение получаем от чтения, но у нас ничего не остается. И зачастую преданные не видят связи между стихом и объяснением стиха, комментарием. То есть, да, комментарий является ничем иным, как объяснением стиха. И мы должны увидеть вот эту связь, как комментарий связан с стихом, со стихом. То есть, где Шилобрупада объясняет стих, в стихе, в шлоке всегда есть несколько элементов, несколько слов, да. И Шилобрупада иногда говорит, вот такое-то слово в этом стихе очень важно и объясняет его, да, объясняет не только его грамматическое, лингвистическое значение, он объясняет то концепцию философскую, которая, в, 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 которую вмещает в себя вот это слово и как это касается нас, как это применяется в жизни. То есть это очень живая презентация, очень живое объяснение Шилупрупады. И таким образом Шилупрупада часто проходится по нескольким или по всем словам, по, по разным элементам э, стиха, объясняя стих в комментарии. Что касается его лекции, то его лекции зачастую содержат э, частично объяснение непосредственно шлоки, на которую Шилбрупад дает лекцию, и часто содержат э, э, то, что не является прямым объяснением стиха, является философией сознания Кришны, различными ее аспектами, которые Шилабрупада посчитал важными говорить в тот самый исторический момент, когда он давал лекцию, то есть он видит перед собой аудиторию, и он говорит то, что нужно услышать людям, да, то, что нужно услышать этим преданным, которые слушают. Поэтому частично его лекция по стихам является объяснением стихов, и частично такое часто в лекциях Шилу случается, он просто проповедует говорит то, что людям нужно услышать, и напрямую это не является объяснением стиха. Но что касается комментариев, комментарии на 90, на 100%, может быть на 90% со содержат в себе непосредственно раскрытие шлоки. Таким образом, мы должны быть уверены, что мы поняли шлоку именно таким образом, каким ее объяснил Шелбрупада в своих комментариях. Вот таким образом нужно читать и мы должны научиться быть более внимательны в чтении в изучении священных писаний. Вот, вот такие навыки мы должны развить, то есть принятие собственной личной ответственности за изучение и в общем-то стать лучше в этом, научиться анализировать текст, читать вдумчиво фактически, когда мы говорим о важности чтения книг Шилопрупады, слово глагол читать он используется условно, фактически читать недостаточно для того, чтобы произошла трансформация, изменение сознания для того, чтобы шастры действительно удалили из нашего разума все сомнения для этого недостаточно просто читать, для этого нужно изучать шастово читать или читать вдумчиво. Итак, обзор первой главы был на прошлой лекции. На этой лекции мы будем подробнее останавливаться на различных философских аспектах каждого раздела. То есть мы начнем с первого раздела этой главы. Его можно обозначить как с, с 1 по 27 тексты. С 1 по 27 Вишиначи Кайтакур объединяет вот эти два раздела, которые у нас поделены как первый, с 1 по 13 и с 14 по 27. Вишиначи объединяет, и мы, мы для удобства тоже поделим. С 1 по 13 в пособии вы можете все найти вот это деление и так будем будем читать я буду читать перевод стихов Гита, как она есть. Первая глава, обзор армии на поле битвы Курукшетра. Текст первый. Дритараштра увача, дармакшетре, курукшетре, самавета ютсаваха, мамакаха, пандавашчаева, кимакурвата санджая. Перевод. Даритараштра спросил, «О, Санжай, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда же, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничества на поле Курукшетра?» и... Итак, Шилапрапада и наши Ачари объясняют этот стих, уделяя ему достаточно много внимания. Хотя это слова Дритараштра, тем не менее, как отмечает Балада Ведибушина, благодаря действию богини знаний, богини Сарасвати Деви, Дритараштра произносит вот эти слова таким образом, что они содержат в себе очень глубокие знания, глубокие концепции, относящиеся непосредственно к теме Бхагавадгиты и в общем-то, озвучиваются проблемы, уже звучат проблемы в этом стихе, которые Бхагавадгита решает. То есть Бхагавадгита может решить все проблемы нашего существования, и в этом стихе эти проблемы уже звучат в словах Мамакаха, «Мои сыновья и сыновья Панду», то есть из-за сильной привязанности к Дурьодане и другим своим сыновьям, братьям Дурьодане. Дритараштра делит династию вот таким вот образом, отдавая предпочтение своим сыновьям и отделяя пандовов. Хотя все они являлись Куру, принадлежали к роду Куру. Это одна династия, одна семья формально. Но из-за привязанности Дритараштра делит их таким образом. И богиня Сарасвати Побуждает говорить таким образом Даритараштру, что, тем самым мы можем видеть определенные символизмы, предсказания даже в его словах. То есть он говорит про поле битвы, где должна состояться вот эта битва. Это также место паломничества, курукшетра. О ней, говорится, в шруте мантрах в изначальных ведах говорится о том, что это место, где совершают же это приношение даже полубоги, рекомендуется совершать же это приношение, то есть это место дармы, то есть принципы религии усиливаются в этом месте. То есть это одно из мест паломничества, которых много на территории Индии или изначально, как она называлась, Барата Варша. Называется фактически сейчас, но формально это Индия. На территории Барата Варши множество святых мест, и это одно из них. Курукшетра – место в высшей степени благоприятное для проведения жертвоприношений, любых религиозных обрядов. И оно настолько благоприятно для различных, различных видов деятельности религиозной, что… Полубоги стремятся совершать какую различные виды религиозной деятельности на этом поле Курукшетра. И сложилось так, что это не так далеко от Хастинапура, Дели, в прошлом столице Барта-Варши, столица, из которой управлялась вся Индия весь мир в свое время. Битва состоялась там. И Дритара что беспокоит, что битва будет состо состоится, планируется на поле на на Курукшетре. Его беспокоит это потому, что он понимает, что он поступает неправильно, поощряя греховного и подлого Дурьодану в его политике и интригах против а, пандова, в его прихоти а, стать царем. Не только это приход Дурьодана, это также личная привязанность Давида Почему не мои сыновья? Пусть мои, пусть мои сыновья правят. Да, я слепой, я не могу править. Но почему? Ну, панду нет сейчас. А моего брата нет. Да, то есть они были братьями. Дайтараштра и панду были братьями, являются братьями, родными. И Дайтараштра был слепым от рождения, поэтому трон достался, естественно, панду. Но потом панду очень рано оставил этот мир, по проклятию, как это все описывается в Махабарате. И э, поскольку панду был царем, его, с этой точки зрения его наследники, то есть пять пандов, Ютиштира, Арджуна и другие, должны унаследовать трон. Ютиштира старший должен унаследовать трон. Но и Итараша его логика была такой, ну, хорошо, панду, я слепой, я не могу править, но панду тоже сейчас нет. Тогда почему его дети, а не мои? Я старший, брат и я, подразумевался, должен был править, пусть мои дети правят. И вот так с этого началась политика и начались различные интриги против пандовов, когда они были изгнаны, значит, обыграны в кости потом изгнаны в соответствии с условиями игры и при, под, подвергались множеству всяких преследований, их даже пытались отравить, пока они были в изгнании. 13 лет они были в изгнании, и вся власть, все перешло полностью в результате вот этой игры к Дурьодане, и у пандовов не было ни денег, ни, соответственно, вооруженных сил, особенно -то, поскольку войско содержится за деньги. То есть контрактная служба или наемники – это традиционно, это традиция. То есть по этой причине и Бишма, и Дрона не могли встать на сторону пандовов, хотя и были расположены к ним, поскольку это было бы некрасиво с их стороны, поскольку они получали финансирование от Дурьодены, и согласно нравственным принципам, они не могли встать на сторону пандовов. И Бишма так и сказал Арджуне однажды. Да, то есть он так шелопропадает, озвучивает Арджуна. Я все понимаю, <laughs> я сочувствую, но, я, но это будет некрасиво с моей стороны, если я брошу Дурьёдану и встану на твою сторону. То есть он поддерживает нас финансово. В действительности есть скрытые причины этого. То есть это это, вот это поведение, меркантильность, которую проявили Дроначария и Бишмадев, хотя были великими личностями, эта меркантильность, естественно, для этого мира, это очень часто встречается. И люди, не, люди часто, чаще всего не бывают только плохими или только хорошими. Да. Э, часто Человек очень хорош многими своими качествами, и у него могут быть какие-то слабости, какие-то слабые стороны в его характере, в его личности. И это обычное дело для обычных людей, обусловленных душ. Но эти великие личности не были обычными. Вот это только лишь вызывает вопрос, почему же они в конце концов не встали на сторону пандовов. Да, но на этот вопрос, почему настолько возвышенные личности не встали на сторону пандовов, на этот вопрос ответ очень эзотерический. И он связан с изначальным планом верховной личности Бога, которые пытались помогали осуществить также и Бишма, и Драначария. То есть Бишма сознательно хотел служил плану верховной личности Бога. То есть он знал, что свою роль в этом. Эта роль не была приятной, да, с этой точки зрения, поскольку он был привязан к пандавам, как он был великим преданным Господа, он сознавал, что пандавы являются великими преданными Господа, он был привязан к Кришне, которые ему пандавы были очень дороги. Но с точки зрения плана Лилы он должен был действовать так, поэтому он не проронил ни слова, когда Драупади пытались раздеть. Потому что он знал желание Кришны. Это вот эзотерический вопрос и эзотерический ответ на вот этот вопрос, на вот это сомнение. Вот. Но мы должны анализировать Лилу без этих вопросов, без этих ответов также. Эзотерических ответов. Это так же, как с Прохладным Махараджем и с Хираньякшей Хираньяка Шипу, Джая-Виджая, пришедшими как Хираньякшей Хираньяка Шипу. То есть почему многие моменты этой лилы, вообще сама лила объясняется тем, что Джая и Джая были великими преданными, в противном случае им не досталось бы, не выпало бы на их долю, не выпала бы такая удача быть убитыми таким образом самим Господом в его трансцендентном воплощении вепре и, соответственно, Нарисим Хадева. Но, мы, но это лила анализируется, эти лилы анализируются также с разных, с разных, на разном уровне, с разных точек зрения. И так вот это поведение, оно было нравственно было правильным. К шатре должен сражаться, к шатре должен быть лоялен императору. И к шатре получает финансирование от императора и он не может предать того, кто его поддерживает. Это с точки зрения нравственности нормально. Правильно, с точки... поэтому со, многих, со всех точек зрения, если мы углубимся во все эти аспекты эзотерические и внешние эзотерические, скрытые, да, связанные с лилой, с планом Господа, с расой, духовным, духовными отношениями между бишмой и Кришной. В рыцарской расе это тоже они должны были сражаться, должны быть на противоположной стороне, чтобы бишмадев доставил удовольствие Кришне, и сам бишмадев получил трансцендентное наслаждение в виде разъяренного, разгневанного Кришну. То есть, все, анализируя все эти аспекты, мы получим ответы на все возможные вопросы в связи с вот этой лилой. Итак, вот такова предыстория. И чтобы решить проблему, должна была состояться битва. И вот мы находимся сейчас вот в этом месте. Битва вот-вот должна начаться. Бишмадев, Дароначари, Крипачари, многие личности, которые дороги Пандавам дороги Арджуни они находятся на той стороне. По воле проведения они находятся на той стороне. То есть урок также в том, что каким бы великим ни был человек, какая бы ни была великая личность, если он займет не ту сторону, он потерпит поражение. Также нужно отметить, что за 18 дней длилась битва, и за 18 дней погибло миллионы человек. Миллионы человек погибло с обоих сторон, и выиграли пандавы, праведные пандавы, по плану Кришны, победили в этом сражении, несмотря на то, что вооруженные силы, мощность их вооружения, армии была, уступала мощ, мощности армии кауравов, сторонников ДУРЬОДИНЫ значительно уступала. Тоже была могущественная, это удивило ДУРЬОДИНУ но она очень сильно уступала. И несмотря на это, поскольку Кришна был на их стороне, и планом Кришны было возвести на престол Юдыштиру, то они победили в этой битве, и, но тем не менее погибло очень много людей с обоих сторон. И погибали не только грешники, погибали и праведники. Такова природа материального мира, такова природа вечного времени. То есть это глубокий вопрос, который раскрывается в первой песне Шимад Багутам уже, что природа материального мира такова, что в нем страдают даже благочестивые. То есть нет здесь покоя душе ни в каком положении, ни в каком теле, ни, в каком, ни на какой планете страдают все такова природа вечного времени. Это, кстати, из наставлений Бишмадева. Так он объясняет причины страданий. Почему праведные пандавы, которым благоволил Господь, страдали? Такова природа материального мира, такова природа вечного времени. Из-за воле вечного времени страдают даже благочестивые души. Страдают все, и э, поэтому выжить, победить или проиграть, выжить или погибнуть, это не относится к истинной победе или поражению души, духовной души неотъемлемой частицы Господа, для которой истинным, истинной победой является победа над самсарой, а, и, а настоящим поражением является вот эта обреченность на круговорот рождения и смерти. Поэтому многие благочестивые души погибли на Курукшетре и обрели э, сварупа ситхи, освобождение на Вайкунхе. Так, так говорится в Шримад-Бхагаватам, те, кто видел Кришну в присутствии Кришны, оставил э, это тело, материальное тело в момент сражения. Те, кто испытывали э, почтение Кришне, обрели освобождение Саюджи Мукти. И как минимум... Нет, кто-то... Саю... Саюджи Мукти обрели те, кто имел враждебное отношение к Кришне, но, вид но оставил этот мир в присутствии Кришны, тот, кто был почтителен Кришне, обрели сварупа ситхи или один из четырех видов освобождения на Вайкунхе. Вот это истинная победа. Поэтому благочестивые души тоже погибали, но они побеждали самсару своей смертью на, на этой битве. Тогда как те, кто был неправедным, греховным и демоничным, они терпели поражение во всех отношениях. То есть кто-то из них мог обрести Саюджи Мукти. Но это, это милость Кришны. Кришна приходит в этот мир для того, чтобы освободи, освобождать даже демонов, которым, которые сами по своей воле никогда не встанут на путь освобождения. Это больше относится, этот аспект, к качествам, к трансцендентным качествам Кришны, к его состраданию, к его состраданию, к падшим обусловленным душам. Итак, первый, первая шлока и вообще первые шлоки, они связаны с предысторией. То есть, что, что, что за всем этим стоит, за этой битвой где была впоследствии рассказана Бхагавадгита, философия, поведана вот это знание, философия Бхагавад-Гиты. Итак, в первом стихе есть не, в комментарии Шилупрупада отмечает несколько важных моментов. Он говорит о методе изучения гиты. ее нужно изучать последовательно. Он ссылается на гита Махатми, первую шлоку гита Махатми, гита Шастра Мидам Пуньям Яхпатхет Праятах Пуман. Вишнох падама вапнути бхая шока Бхагавадгита это духовное произведение, читать которое нужно очень внимательно. Ях падхет пуман. Человек должен читать очень внимательно, последовательно, шлоку за шлокой, стараясь понять каждое слово. Тот, кто должным образом, далее перевод, следует наставлениям Бхагавадгиты, сможет избавиться от всех страданий и тревог жизни. Он избавится от всех страхов, которые преследуют его в этой жизни. И в следующей жизни достигнет духовного мира. Вишнох падам авапнути. Он достигнет лотосных стоп вишну. А таково благословение Бхагавадгиты. Тот, кто внимательно изучает Бхагавадгиту, в следующей жизни достигнет лотосных стоп Господа и в его духовной обители. Вишнох падам авапнути. А сначала и перечисляются также второстепенные плоды. Второстепенные сопутствующие результаты этому. Сначала, так сказать, заодно человек знает избавиться от бхай и шоки. От шока это страдания, разные виды страданий в материальном мире, через которые мы проходим. А бхая это страх, порожденный материальными привязанностями. Итак, Шилбрупада ссылаясь на этот стих, говорит, что Бхагавад Гиту следует изучать очень внимательно. И приводит пример Арджуну, как Арджуна принимал Бхагавад Гиту, то есть нужно следовать по стопам Арджуны, который очень внимательно отнесся к наставлениям Кришны да, и подтвердил это. Каришьи Вачанам Все, он сказал, что все иллюзии, все сомнения рассеялись, и я готов действовать согласно твоему приказу. Кариши Вачанам Тава. То есть Арджуна демонстрирует полную ясность сознания, которая выражается в пылком желании выполнять волю верховной личности Бога. И в этом пылком желании нет, нет места никаким сомнениям, то есть никаким препятствием Человека ничто не может сбить с толку. И в данном случае Арджуна был полностью утвержден, когда, произно... произнося, кариши, вачанам тава» я готов действовать по слову твоему. Да? В этом состоянии у него уже, у него уже нет никакого страха да, никакой, и никакой скорби. То есть никакого страха, никакой скорби и ему очень в этом состоянии абсолютно легко убить всех своих близких, поскольку они оказались на противоположной стороне в битве, и этого желает сам Шри Кришна. Итак, метод изучения Бхагавадгита — это со ссылкой на первую шлоку Кита Махатми. Шилпрупада говорит, об этом в комментарии к первому стиху. И результат, результат, о результате правильного изучения Бхагавад-гиты Шилабрупад говорит, что человек, человеку откроется, человек постигнет всю мудрость вет, поскольку Бхагавадгита это квинтэссенция ведического знания, это Главное из Упанишат, Гита Панишат, мы об этом говорили, то есть в нем в ней содержится Виданта, сущность всего ведического знания. Вот, собственно, зачем весь этот огромный корпус ведической литературы и вся эта пышная ведическая культура, сам с варнашерами, с обрядами, ритуалами, различными видами поклонения, то есть можно запутаться в конце концов, зачем это? Но Виданта это та часть вет, где раскрывается суть всего этого, то есть конечное назначение всего этого постижение атмы, постижение духа, постижение верховной личности Бога в его различных аспектах, параматмы и брамана также, и постижение природы души в вечных отношениях с верховной личностью Бога. И за счет этого трансцендентного знания, этих трансцендентных реализаций, освобождение от самсары, от круговорота рождения и смерти такова цель всего ведического знания, и те шастры, которые концентрируются именно на этом вопросе, которые раскрывают знания об абсолютной истине и методы реализации этого знания, эта часть вет называется веданта, то есть технически это упанишады, но веданта может содержаться и в Куранах, и в Шримад Бхагаватам, и в Бхагавадгита представляет из себя не что иное, как веданту, суть ведического знания. То есть там, где говорится о брамане, Параматме и Бхагаване, там, где говорится о методах постижения Брамана, Параматмы и Бхагавана, это знание, эта часть вед является ведантой. Упанишады сконцентрированы целиком и полностью на этом аспекте, на веданте, на сути ведического знания, Бхагавадгита тоже. И она рассказана самим Господом, верховной личностью Бога само название указывает на это, Бхагавад Гита, что означает то, что произнесено, сказано, поведано Бхагаваном, Верховной Личностью Бога. Поэтому ее следует внимательно изучать, не пренебрегая никаким элементом, никакими элементами, никакими стихами, никакими словами. Постижение всей мудрости вет это результат понимания Бхагавадгиты. Если человек понимает учение Бхагавадгиты, означает, он, он постиг всю мудрость ведического знания. Итак, это прославление методы изучения, прославление Бхагавадгиты, да, озвучивание результатов изучения Бхагавадгиты. Шилапурпат также говорит об уникальном положении Бхагавадгиты, что в ней есть все, что есть и в других шастрах. И также в ней можно найти то, что нельзя найти в других. То есть уникальность Бхагавадгиты, то есть он -гита выше всех других произведений. И когда здесь говорится о всех других шастрах, то нужно понимать, однозначно нужно понимать это так, и нужно быть уверенным в этом. Шримат Бхагаватам здесь не, не в счет, то есть его не подразумевают кроме, здесь не сказано, но мы смело можем заключить, кроме Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам превосходит Гиту. Но в сущности, то, с чем имеет дело Бхагаватгита, и то, с чем имеет дело Шримад Бхагаватам, это один предмет. Но Бхагаватам имеет дело с этим предметом на более высоком уровне, более детально, более точно, более подробно, со всех точек зрения. Бхагавадгита имеет дело с этим предметом в более общих терминах, в более общих понятиях, нежели Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам и Бхагавадгита находятся на одном трансцендентном уровне и превосходят все другие шастеры, но Шримад Бхагаватам превосходит Бхагавадгиту. Понимание философии Бхагавадгиты – это подготовительный класс в изучении Шримат Бхагаватам. Да, именно так нужно относиться вот к этой последовательности в изучении шастр, понимание философии гита делает человека квалифицированным для понимания Шримад Бхагаватам. Но конечной целью является именно понимание Шримад Бхагаватам. Мы с вами готовимся к тому, чтобы понимать Шримад Бхагаватам и готовимся к тому, чтобы наслаждаться трансцендентным вкусом Шримад Бхагаватам. Итак, вот в этом уникальность Бхагавад-гиты в том, что это Виданта, ну, и поэтому э, мы можем узнать из Бхагавад-гиты все, что можно узнать и из других шаср, в ней есть, а, и о варнашраме, и о, и о принципах религии, а, и о традициях, и нравственность, принципы нравственности духовное знание, принципы йоги, контроля чувств. Все есть в Бхагавадгите. Итак, дальше по комментарию. Шилбрупада отмечает о связи с Махабаратой, что он говорит об этом в лекции также к первому стиху Бхагавадгита, что если хотите подробнее, чтобы подробнее понять предысторию, контекст, где это все происходит, почему все это происходит, нужно читать Махабарту. И мы с вами ссылаемся сейчас на Махабарту, чтобы, так сказать, картина была ясной. И он также говорит о значении Курукшетра. Я уже упомянул, что Курукшетра о Курукшетре говорится аж в шруте, да, в изначальных ведах в одной из Уп... Джабала, Джабала Упанишат. Баладавиди Бушина цитирует на да, эту мантру. Ядану Курукшетрам Дева Нам Дева я джанам сарвешам бутанам брахма саданам. Курукшетра является местом для проведения жетоприношений полу... для полубогов. И те, кто стремятся проводить жертвоприношения на, кшу... на Курукшетре, они сами подобны полубогам. Курукшетра является обителью Брахмана для всех живых существ. Это мантра из изначальных вед, из прославляющее положение вот этой тиртхи, вот, это, вот этого святого места. Так это Шилупрупада тоже подчеркивает значение Курукшетра как святого места. В общем-то, в этом-то в этом, в этом и глубокий смысл, скрытый вот в этих словах Даритараштры. Он говорит «дармакшетре курукшетре», он не просто говорит Курукшетра. Что они там собрались сделать на, Курукшетре? Он говорит, он подчеркивает Дарма Тем самым он выдает беспокойство. Он беспокоится, что праведные пандавы одержат победу, находясь на... что на исход битвы, даже на, то, решатся они сражаться или нет, может повлиять вот это святое место, то есть у него куча всяких мыслей. Может быть, пандовы, благородные пандовы, не желая убить, убивать своих близких, уступят царство и сражения не будет, то есть они уступят его без битвы. Дритараштар допускает такие мысли, тем самым немного предсказывая колебания Арджуна. Арджуна действительно в эту сторону будет склоняться скоро отсюда, вот это в конце главы его вишада, его отчаяние начнется. И тем самым он докажет свою чистую, праведную природу. Хотя, да, то есть э, неправильно, что он не сразу понял, что надо делать то, что хочет Кришна. Это ошибка, да. Под влиянием йога Майя Арджуна совершает такую ошибку. Но то, что он готов просто уступить без боя, лишь бы не убивать своих родственников, отказаться, вот так вот просто отказаться от амбиций каких-то и наслаждений. Это все наши ачарьи, Шилабрупада, в частности, подчеркивают, что это свидетельство чистой природы, то есть Арджуна очень чистая душа, поэтому он был готов на это. И вот это Даритараштра предсказывает словами Дармакшетры, Дарма курук Куракшетре. И также он думает: а вдруг это место повлияет и на его сыновей. И они тоже решат, что не надо сражаться, надо уступить праведным пандовам. И другая мысль. А, или же они на, начнут будут сражаться, но на исход битвы повлияет Дарма вот это место паломничества, святое место. И поскольку пандовы праведны это святое место может повлиять на сражение, они выиграют сражение. И поскольку они праведны, на их стороне Господь Кришна, это также вызывает, в словах Дармакшетры наша Ачарь объясняет, что Рашта также помнит и о том, что Кришна на стороне пандавов, и это его тоже беспокоит. И здесь есть очень глубокий момент, относящийся к к реальному положению вещей. Положение вещей – это замечательная тема вообще. Мы не всегда знаем о положении вещей, не всегда концентрируемся на этом или отдаем отчет, не всегда понимаем, что вот просто таково положение вещей. Нас иногда будоражат поступки преданных, мы не понимаем, как это так, но в действительности таково положение вещей. Природа обусловленной души – человеческая природа человека именно обусловленного гунами. Природа его очень противоречива. То есть он может быть хорошим в чем-то и проявлять хорошие качества, и одновременно с этим проявлять плохие качества. То есть человек полон противоречий. И начинающие преданные, они все еще под влиянием гун материальной природы. У них есть качества, такие же качества, какие присущие материалистам обычным. Они могут так себя вести. То есть все не черное и белое, вот эта сложность. Вот такова природа вещей. Мир не черно-белый, он очень многоцветный. Ага. И это положение вещей мы слышали, возможно, много раз, но понять это не так просто, и жить в соответствии с этим еще сложнее. И что мы видим здесь? Дритараштра осознает Кришну, верховной личностью Бога. Он знает о том, что Кришна является верховной личностью Бога. И он знает, что э, Кришне не нравится то, что то, как он, он и его сыновья относятся к пандавам и ведут себя по отношению к пандавам. Детарашта прямо заявил, когда Акрура при, приезжал в Хастинапур и общался с Детараштой и знал, что он уже затеял эти планы, эти интриги. А, Акрура сказал, что Шри Кришна не хочет этого, он на стороне пандавов. И Дритарашта ответил, что он знает, но он ничего не может с этим сделать. И почему? Из-за привязанности. И Шилапрупада в лекции к этому стиху подчеркивает, что такова природа материалистов. Они знают, что они поступают греховно, они знают, что они поступают неправильно, но не могут ничего с этим поделать. Да. Безусловно, есть разная степень погруженности в гуны материальной природы, то есть люди в разных гунах находятся, но вот, это, вот, это, вот этот факт относительно человеческой души, человеческой психики, что многие люди плохо очень себя чувствуют от того, что знают, как правильно, как неправильно, но предпочитают поступать неправильно из-за из привязанности из-за желаний, из-за привязанности к определенным наслаждениям, из-за целей, связанных с желаниями и наслаждениями, они поступают неправильно. Да. И это беспокоит их. В данном случае доритарашство беспокоит именно это. То есть он выражает эти беспокойства вот в этом стихе. Он олицетворяет собой вот этого материалиста, который знает, как правильно, но не может поступить правильно из-за сильной привязанности. И таким образом вредит самому себе, ведет себя к поражению. Здесь еще очень примечательно то, что для нас с вами, для преданных ну, сознавать Кришну недостаточно. Бхакти-йога или сознание Кришны это стремление служить Кришне позитивным образом, доставляя ему удовольствие, делая только то, что нравится Кришне, и не делая ничего, что ему не нравится таково шаранагати, предание. То есть бхакти не означает только шрадха или только практика. Бхакти, настоящая бхакти не существует без шаранагати. То есть фактически бхакти – это шаранагати, это предание. Да? И это предание да, уже выражается, выражается в а, вот этих принципах Шарнагати, который включает в себя исследования правилам и предписаниям, и усилия, и Шрадху, веру в то, что Кришна защитит. То есть и практические усилия, и веру в то, что Кришна защитит, поддержит, что благодаря Его милости мы можем преодолеть все трудности и достичь его в конечном итоге, и смирение, ощущение себя беспомощным и смиренным, полностью зависящим от милости. Господа и стремление отдать все на практике, отдать все, тело, душу, ум, имущество, жизнь саму для служения Кришне. Вот это бхакти. Поэтому, если мы понимаем, если мы настолько же благочестивы, насколько и Даритараштра, и осознаем, что Кришна является верховной личностью Бога, целью всех вет, да, и Великие полубоги, такие как Брама и Шива, поклоняются Ему, а Ишвары, управляющие Вселенной, поклоняются Кришне и его различным экспансиям. Мы можем это все понимать, благо... благочестие может быть выражено в этом понимании, но этого недостаточно. Или мы можем практиковать бхакти-йогу, но иметь какие-то другие цели, допустим, освобождение. Но предание означает, что исключено все, исключено, исключена какая-то корысть. Это полное предание. Это полный отказ от ложного эго. Шилупрупада говорит о предании в, контек... в, отнош... в отношениях с гуру, да, когда вы являетесь ученым, да, знатоком санскрита, шастар, как господь читание или нимай пандит, к примеру, приводит пример нимай пандита. Но если ваш гуру говорит, ты глупец, тебе не надо изучать веданту, воспевай Харе Кришна мантру, и вы принимаете это. То есть Шилапурпада говорит, если вы ученый, вы разумный, но ваш гуру говорит, вы глупе, ты глупец, то вы соглашаетесь. Вот это означает full surrender, полное предание. Если гуру говорит, что ты глупец, мы соглашаемся, мы принимаем, да, я глупец. Вот это предание. И по этой причине Шилл однажды говорил, что преданный Бхагавата лучше, чем книга. Бхагавата тем, не тем, что они на одном уровне, но чем лучше. Тем, что преданный Бхагавата может трепать уши, книга не может. То есть вот этот опыт очень важен. Что, с чего мы стоим? в принципе, в духовной жизни проявля... проявляется в том, насколько мы легко расстаемся с сложным эго, с... с представлениями о себе, с гордостью, с... с тем, что мы о себе привыкли думать, да, развили, обхиманы да, определенные упадки. Вот это, от этого зависит наше сознание Кришны. То есть мы должны практиковать вот это да, шаранагати – и Дритараштра не мог поступать правильно, поэтому он результатом, результатом было не, не его осознание Кришны как Верховной Личности Бога. Он, он, не, он получил результат не за то, что он осознавал Кришну Верховной Личности Бога. Он получил результат за то, что он действовал против воли Верховной Личности Бога. Поэтому если мы сознаем Кришну, но действуем против воли Кришны, мы получим результат действия против воли Кришны несмотря на то, что мы сознаем Кришну. То есть наша нравственность, как нравственность для Гаудии Вайшнавов, для Вайшнавов, последователей авторитетной линии, нравственность практическая, но не ментальная, интеллектуальная или сентиментальная. То есть я могу чувствовать что-то хорошее, но если я не выражаю на практике свои чувства, я не получу результаты этих, этих чувств, да, я предполагаю некоторые сомнения. Мы сейчас обсуждаем тот момент философии, который мы обсуждаем, поэтому на нем надо концентрироваться. Да, это противоречивое утверждение, потому что можно служить Кришне с помощью чувств, бав различных. Да, но они обычно выражаются в анубавах тоже. То есть бавы выражаются как анубавы. То есть человек, который имеет чувство Кришне, он действует на уровне этих чувств. Человек, который осознает Кришну, положение Кришны как верховной личности Бога, должен действовать для его удовлетворения и не делать ничего, что может не понравиться Кришне. Тогда мы будем получать результат сознания Кришны. А, то есть интеллектуального понимания, или, то есть Шрадха отлично от Бхакти. А, вот, ну, это глубокий момент, который требует времени, но Шрадха отлично от Бхакти. Что это означает? Мы можем сознавать Кришну, быть убежденными, но действовать сознание Кришны как-то лениво, вяло, недостаточно интенсивно. Это опасное положение. Хорошо, что человек сознает Кришну, да, но все равно опасно, потому что можно заскучать и скатиться на уровень чувственных наслаждений. Нужно, чтобы все чувства, вся жизненная энергия все было занято активным служением, служением Кришне, которое доставляет ему удовольствие. Итак, очень много уроков можно извлечь из вот этой истории с Дритараштой. Нам надо не быть Дритараштой, нам надо следовать по стопам Арджуны, но не по стопам Дритараштры. Общее между Арджуной и Дритараштой то, что они благочестивы достаточно для того, чтобы осознавать положение Кришны как верховной личности Бога. И тогда что-то был настолько, что он даже сожалеет о том, что он не может действовать правильно для удовлетворения Кришны. Но этого недостаточно. То есть нужно на практике быть в сознании Кришны, не только в теории. И также здесь в этом стихе. В этом, важный элемент этого стиха и, точнее, вообще во, вот этой предыстории, смысл в том, что зависть является причиной всего происходящего. То есть через этот стих мы можем пойти туда дальше, назад, так сказать, назад, дальше в, в предысторию в Махабарате, которая описывается, и увидеть, что корнем всего является зависть корнем этой трагедии, вот этой очень глобальной катастрофы того времени, битвы на Крукшетре, вот этого разрыва династии Куру, величайшей династии, то есть это высшая династия во всем мире, правящая всем миром. Она была разорвана изнутри, да, то есть братья, двоюродные братья, дяди, между собой, братья между собой, родные братья где-то. Да, кто-то, я не помню имя, кто-то из братьев Дурьодана не поддерживал Дурьодана в действительности. Родной брат. То есть этот род Кур был разорван завистью, обычной материальной завистью. Шелбрупада подчеркивает, что это обычное положение для материального мира. Зависть. И сознание Кришны противоположно этому. Сознание Кришны не может понять тот, кто не способен изжить из себя вот эту страшную, ядовитую вещь, как зависть. Шилпрапад объясняет в лекции к этому стиху, к первому стиху, что зависть это когда кто-то имеет законное право на что-то, но я тоже это хочу, и я не позволяю ему этим завладеть, а хочу это себе. То есть, когда мы хотим, чтобы что-то было досталось нам, а не кому-то. То есть так проявляется зависть, и это также сопровождается злобой. Вот, это, вот этим чувством, подталкивающим вредить, идти на, разные, на разного рода низкие поступки, лишь бы осуществить свой план. То есть зависть – это желание обладать чем-то, оно проявляется как соперничество. То есть вот это вот э, зависть э, и стремление обладать чем-то и сопер вместо того, чтобы кто-то этим завладел соперничество. Э, э, соперничество это уже результат, да, вот этой зависти. А самая худшая часть этого это вот это чувство да, злобы, когда родные, готовы убивать друг друга, лишь бы богатство или власть досталось им, а не их близким. И история знает немало примеров, говорит пропада что когда брат на брата шел, отец на сына, сын на отца и так далее, из-за каких-то материальных благ. То есть такова зависть, сражение, соперничество за материальные блага, и она сопровождается вот этой злобой. Духовный мир полностью противоположен, в нем нет этого, и сознание Кришны полностью противоположно. То есть в сознании Кришны невозможно развиваться. Завистливы уйдут, Шилупрабада говорил, что он, он против, против, противопоставлял за зависть искренности. То есть искренние останутся, завистливые уйдут, уйдут из духовной жизни, из практики сознания Кришны, они потеряются. Но искренние останутся, они никуда не уйдут. Таким образом, быть искренним означает не быть завистливым, быть удовлетворенным тем, что дано нам Господом. И вот это все сочетание страданий, удовольствий, нужно быть им довольными, понимая, что это для нас совершенно, не пытаясь завладеть чем-то, не пытаясь получить то же самое, да, что есть у кого-то зависть, это также может проявляться. Вот у, у этого человека есть это. Я тоже это хочу. А чем я хуже? Я тоже хочу обладать этим. Но в действительности, это полностью материально. Это то, что держит нас в материальном мире. Зависть. И она является корнем всех анартх. В Бхагаватам сказано, «Парамонирма царанам Сатам. Что это Бхагавата Пурану, Шримад Бхагаватам могут понять и оценить только те, кто чисты, свободны от зависти, Нир Матсаранам, Мацаря, Зависть. И в прямо Бхагати Чандрике народ Амдастакур говорит о том, как он займет в служении и поставит на службу шесть врагов души, пять врагов из шести. Вожделение. Так. Кама вожделение, кродга, гнев, моха, иллюзия. Что еще есть? Какие шесть? Илю, кам, кродга, моха, мада, мацария. Что-то забываю. Ну, суть в том, что он исключает зависть. Зависть нельзя занять в служении Кришне. Нельзя... В сознании Кришны нет зависти. И это то, что нужно всеми силами искоренить из своего сердца. И одним из... Сам метод сознания Кришны, он нам поможет. И дополнительные усилия от нас – с нашей стороны мы никогда не должны руководствоваться руководствоваться завистью, то есть даже если это, это из-за обусловленности, из-за привычки у нас есть эти побуждения низкие побуждения связанные с завистью, мы не должны идти на поводу у этих побуждений, то есть нужно позволить умереть зависти в нашем сердце, не питая ее никакими действиями, отказываясь того, чтобы действовать на поводу у зависти. Итак, вот это важный момент здесь тоже шил Пропад отмечает это в лекции к этому стиху. Ну и почему в этом разделе Дурьодана не может скрыть страх? Он пытается, но у него плохо получается, Дурьодана обеспокоен. Дритарашта здесь в первом стихе выражает тоже обеспокоен. Слово мама кага, вот эта привязанность э, является ответом. Почему страх? Потому что привязанность, то есть если привязанность порождает страх, чем больше у человека материальных привязанностей, чем сильнее он привязан к материальному, тем сильнее будет съедать его страх изнутри. Страх является следствием привязанности и следствием вообще всех материальных страданий, причины всех материальных страданий. То есть освобождение значит освобождение от материальных привязанностей. Метод сознания Кришны может помочь нам. И это именно то, что, то, именно то, что и может помочь, ничего другого не поможет справиться с этими проблемами материального существования. Эта шлока находится в списке тех, которые надо учить. Да если по какой-то причине вы ее там не нашли, все равно эту шлоку надо учить. Потому что Шилопрупада говорит, что ее надо учить. Шилопрупада сам рекомендует учить шлоки, в частности, вот эту шлоку. И он отмечает, какой замечательный язык санскрит, как, как много глубокого разного смысла в этой шлоке. Мы с вами сегодня говорим уже час об одной шлоке, и можно говорить больше. Но дальше будем идти, идти быстрее по разделу. Но просто вот, вот это пример, это все, что, это то, что мы можем получить из внимательного чтения. Просто внимательно нужно относиться ко всему, что говорит Шилапрупада в комментарии. Шилапрупада рекомендует учить этот стих. Он говорит о том, что в нем очень много глубокого смысла, скрытого. На этом все с первым стихом. Викарно не поддерживал Дурьодану. Юна Матаджи подсказывает, спасибо. Да. Поэтому его имя произносится, произносит Дурьодана, зная, что он не очень, что у него есть такая склонность. Хотя он не был Махарадхой и Атирадхой. Да. То есть он не был сам, не был каким-то очень могущественным воином. Там были Атирадхи и Махарадхи, которых он перечислял, это в основном, это Махарадхи, Атирадхи. Это войны, которые могут с тысячами один сражаться против тысяч. Итак, дальше. Дальше побыстрее. Второй текст. Санджай Увача Дриштвату Пандаваникам Вьудхам Дурьодханастада Ачарем Упасангамя Раджавача нам Абравит. Санджай сказал, оглядев боевые порядки армии и сыновей Панду, царь Дурьодана подошел к своему учителю и произнес такие слова. Интересно, что сказано? Раджа Вачанам Абравид произнес слова. Это указывает из слова Раджа, указывает на то, что намекает на то, что Дурьодана владел э, Раджа Нити, наукой дипломатии. То есть он был очень искусным в этом вопросе, он умел манипулировать людьми э, с помощью слов. Ну, в этом заключается э, Раджа Нити дипломатия, да, с целью достижения каких-то своих корыстных целей. Для достижения своих корыстных целей люди должны, шатры должны уметь манипулировать, добиваться своего, да, мотивировать людей определенным образом. И, и Раджа вачанама Абравит, царь произнес слова, у этого слова «раджа» есть два значения здесь, в этом тексте. Это то, что Дурьодан был искусственным политиком, и об отмечает это. И также он этим словом хотел приоборить Дритараштру. Дритараштра задает ему вопрос, он понимает ум Дритараштры, да? То есть Санджая понимает ум Дритараштры. И чтобы успокоить Дритараштру, воодушевить его, приободрить, он использует Раджа, хотя Дурьодана не был еще царем пока. То есть он, эта битва должна была решить. У него, да, у них уже были ресурсы, войска, деньги. У пандовов этого не было. Но царем формально он еще не был, но он его называет Раджа, чтобы воодушевить что и также он называет его Раджи, чтобы указать, что он умелый дипломат, что вот этот умелый дипломат подошел к своему гуру, якобы он выражает почтение старшим своему гуру, а в действительности он подошел не за этим, а для того, чтобы произнести определенные слова, а не выразить почтение. Но он хочет, чтобы Дурьёд, Дроначари и его гуру военного дела, он думал, что он ему подошел выразить почтение. В действительности цель Дурьодана не выразить почтение, а сказать определенные слова для того, чтобы гарантировать, что Дораначария из-за своей склонности в сторону пандовов все равно будет сражаться на полную силу. Да? И он хочет его еще и разгневать. Да, это дальше будет. То есть он хочет разгневать, он хочет смотивировать его, чтобы он сражался на полную силу. То есть он манипулирует своим гуру. Да? На самом деле делая вид, что он выражает ему почтение. Это проблема дурьодыны. Да, вот это лицемерие, которому тоже нет места в сознании Кришны. Из-за недостатка чистоты в самих себе мы иногда можем терпеть лицемерие в других. Да. Ну, бывает, что лицемерие выражается наоборот, в очень оголтелых, в очень оголтелых обвинениях в лицемерии. Вот, то есть это сложные темы, но лицемерие это абсолютно неприемлемое качество в вайшнавском обществе. И, допустим, смоделируем ситуацию теоретически. Будем говорить теоретически, потому что я, я очень боюсь вопросов некоторых. А как понять, что я не боюсь, я не, не, не люблю эти вопросы? Вот, как, как понять, что мы не лицемеры? Ну, если вы сомневаетесь, что ну, лицемеры... Если мы сомневаемся, лицемеры мы или не лицемеры, ну, тогда не надо обвинять никого в лицемерии. В общем-то, правильно. Вот. Но вообще обвинять и осуждать – это такой вопрос сложный. Даже если мы понимаем, это не всегда нужно делать. Но если... Это очень просто, вот, допустим, просто же сказать: вот если задать вопрос, нам кто-то задаст вопрос, вы курите, мы скажем, нет, мы не курим. Вот. То же самое про лицемерие. Нет, мы не лицемерим. По крайней мере, если мы не совершенны, то у нас могут быть ситуации, где мы честны, да, и не лицемерим с преданными, допустим, или в каком-то кругу преданных. Я уж пытаюсь как-то объяснить, что это можно практиковать. Это можно практиковать и нужно практиковать. То есть, если мы не лицемерим, мы также, мы, в общем-то, должны понимать, что вот, ну, я не лицемерил с этими людьми, да, но они лицемерно вели себя по отношению ко мне. Поэтому зачем мне терпеть такие отношения? Мне не нужны такие отношения. Это неблагоприятные для духовной жизни отношения. Не надо видеть, не надо даже смотреть на лицемеров. Зачем, надо, зачем общаться с ними? Да. То есть, вот это дипломат, дипломатичное поведение, оно перечисляется Господом читании как сорняк, который душит Лиану Бхакти в перечне сорняков. Это очень-очень сильный сорняк, который может убить наши бхакти. И это, это очень плохо. И некоторые Вайшнавы, последователи Бхакти Сдан Сарасвати. Я, у меня нет ссылки на учение самого Бахцан Сарасвати. Я подозреваю, что это все-таки связано с его утверждениями. Очень склонен думать, что это от Бахцан Сарасвати идет. Но, в общем, идея в том, что есть мясо животных является меньшим грехом, чем лицемерить в обществе вачнавов, которые шаралаты, которые чистые и свободны от лицемерия. То есть это хуже. Это все равно, чтобы поедать их плоть. Да, так говорит один из учеников Бахцан Сарасвати. Да. Ну, ссылки ссылками, но читание чередам эти Господь читания. Перечисляет это как один из сорняков Кутинати. Да. И Дурьодана, он умелый в, в дипломатии, но он еще, но он поражен именно вот этой гнилостной анартхой. То есть он в действительности не имеет почтения к своему гуру, он просто хочет его использовать. Вот и все. Но он делает вид, что он следует этикету и выражает почтение. То есть это, это отвратительно. Мы не должны быть Даритараштарой, мы не должны быть Дурьоданой. Мы должны следовать по стопам Арджуны, Санжая также. Санжай тоже дипломатичен, но он честен. Мы это увидим в течение Бхагавадгиты, в особенности в конце. Здесь он, понимая своего хозяина, Дэвид да что воодушевляет его вот таким вот образом. Это тоже дипломатия. Ну, потом он скажет прямо. Мое мнение не такое. Ятра да? И я траю Кришно, я, я тра Дханур Дхарага. Это там, где Кришна Арджуна, там будет победа, великолепие, процветание и нравственная чистота. То есть он прямо говорит, Твоим сыновьям ничего не светит, им конец. Шилопропада отмечает, что Даритараштра был слеп духовно от рождения. Ну, он был слеп от рождения, но также он был еще и духовно слеп. То же самое можно сказать и о Дурьодане. И Дурьодана, он здесь пытается скрыть свой страх. А что за, что за страх здесь у Дурьоданы? Ну, мы говорим по второму и третьему стиху в сущности. Страх. Он, он увидел, как выстроены фаланги пандовов, и он удивился, какая большая военная мощь на их стороне. Это было меньше, чем у них но тем не менее Дуриодана не ожидал, потому что у них не было ресурсов, у них не было э, власти формально никакой, у них не, в, в их распоряжении не было никаких ресурсов. Тем не менее собралось очень большое войско на их стороне. Это очень расстроило, это удивило Дуриодана. Он все, он ожидал, что все будет проще, и поэтому он в, в, из страха беспокоясь, он забеспокоился, увидев эту мощь. И поэтому он подходит к Дараначаре и начинает говорить вот эти слова. Прочитаем третий текст. Пашьяй там панду путранам, ачарья махатим чамум, вьюдхам друпада путрена, тава шишьена Перевод. Взгляни, о учитель, на огромную армию сыновей Панду, которую так искусно выстроил твой одаренный ученик, сын Друпады. Он уже вот этими словами он уже поддевает Друначарю. Смотри, какая у них армия, и смотри, как она искусно выстроена. А кто научил их так? Ты и научил. Вот ты научил их, <связывая> взял и обучил, и теперь вот смотри, они против нас сражаются. И он тем самым напоминает инцидент, произошедший между э, Друпадой и Дроначари. Они не ладили. Да? И Друпада совершил жертвоприношение, из которого э, родилась Драупади и Дриштадюмна, брат. Да? Близнец, получается, Драупади. Драупади стала женой э, пандовов. И Дриштадюмна по э, задумке, он по предсказанию, должен был убить Дароначари. То есть жертвоприношение произвело сына Дриштадиумну э, э, Дароупари Махараджу, который должен был убить Драначари. Когда пришло время обучаться военному искусству, э, Дриштадюмна также пришел обучаться к Драначари. Дараначария обучала его. И зная, что он его в будущем должен убить, тем не менее он его обучил всему. Такова положение Брамана. Смерть смертью, жизнь жизнью, но обязанности обязанностями. То есть Браман выполняет свои обязанности, и он не оглядывается на то, что будет результатом этих обязанностей. То есть в данном случае результатом выполнения этих обязанностей обучение Дэшсадиумны будет смерть. Но это мои обязанности, да, поэтому я буду их выполнять. То есть это очень это естественное очень возвышенное поведение брамана дроначаре был браманом хотя он владел военным искусством обучал военному искусству и сражался соответственно он был браманом и здесь он проявляет качество брамана и вот такими этими словами дурьёда пытается задеть дроначарию да, напоминая об этом конфликте между махараджей Друпадой и дроначарей вот и он хочет ему напомнить, смотри, ты его обучил ему, вот, а он против тебя сейчас сражаться собирается, вот. Таким образом он хочет его разгневать. Но у Дроначари нет таких качеств, да, как у Дурьодана. То есть здесь по порище это. Дурьодана судит по себе, он, он пытается разгневать. А Чари говорят в комментарии, что он пытается разгневать Дроначари на Дриштадюмну. но как бы это безуспешно потому что у Дравначари нет таких низких качеств, он возвышенная душа. И Дурьодана, он обращается вот к этой теме, вот, он, он будет перечислять, кто у них на их стороне, вот, э, свою армию. Он будет потом говорить о своей армии. Сначала скажет о армии соперников, потом э, будет говорить о своей армии. Шелпропада говорит, что Дурьодана не понимает, что жизнь, его жизнь не зависит от армии. Она зависит от Кришны, как... Э, э, Пожелает Верховный Господь Кришна, так все и будет. Если Кришна решит кого-то убить, его не может никто защитить. И если Кришна захочет кого-то защитить, его никто не сможет убить. Дурьодана, конечно же, не находится в этом сознании. Он думает, что его может защитить армия, что от армии что-то зависит. Нет. Это зависит от Кришны, и в будущем Парикшит Махарадж будет сравнивать Арджуну с и, и своих других дедиев, с пандавов. Парикшит Махарадж будет сравнивать его их с рыбами, с обычными, а таких военачальников, как Бишма и Дваначарья, он будет сравнивать с тимингилами, с огромными гигантскими рыбами-монстрами, которые проглатывают китов даже. Да, и несмотря на то, что, ну то есть, как Шилбрупад говорит, Арджуна был просто ничто по сравнению с Бишмадевой в могуществе как воина. Да, он искусный стрелок был, но в могуществе его нельзя было сравнить ни с Бишмадевой, ни с Драначарией. И, ну, тем не менее, Арджуна вышел победителем и даже остался в живых, потому что таков был план Кришны. Дурьодана не пытался защитить себя материальными способами, то есть это тоже очень примечательно, является уроком, что правильным, здравым отношением к жизни, смерти, к безопасности является предание Кришны, является вот это Шаранагати, когда мы полагаемся на волю Господа. И выводом из вот всего выше обсуждаемого нами Шилапрупада подводит к выводу в своей лекции. Выводом является Шарна, Шаранагати предание. Я прочитаю этот участок из лекции Шилапрупады. Итак, заключение таково. Если Кришна защищает кого-то, никто не сможет его убить. Если Кришна хочет убить кого-нибудь, никто не сможет его защитить. Поэтому, за, поэтому заключением должно быть, что мы э, должны постоянно быть, находиться под защитой Кришны. А ваша ракшибе Кришна ⁇ это Шаранагати. ШАРНАГАТИ, предание. Предание означает, что я предаюсь Кришне с полной верой, что Он вполне компетентен и способен предоставить мне всю защиту. Это называется предание. Не то, что вот эти колебания. О, я предамся Кришне э, в какой-то опасной ситуации, и он мне, может быть, защитит, будет способен меня защитить, а может быть и не сможет. Нет, э, это не предание. С полной верой. Да, Кришна настолько могущественен. Кришна настолько велик, что я предаюсь Кришне с этого дня и далее. Кришна, я бродил по всей этой вселенной, жизнь за жизнью, без знания о моих отношениях с тобой. Сейчас, сегодня я предаюсь тебе. Милостиво, прими меня и займи меня в служении себе. Это называется преданием. То есть из этой ситуации, которая разыгрывается здесь, сейчас, мы должны сделать вот этот вывод, предание. То есть, Бхагавад-Гита, в сущности, начинает, заканчивается этим, но также это семя уже заложено в начале, и благодаря нашим очарям мы можем читать, читать, читать вот этот смысл, так, видеть вот этот смысл, сокровенный смысл, Шлок Бхагавадгиты, который даже произносится Дурьоданой или Даритараштрой, как говорит Баладыуди Бушина, то, что упало в соль, тоже становится соленым, поэтому все слова и санжа, и Арджуны, и даже Дурьоданой и дритараштры являются Бхагавадгитой, и неформально формально являются Бхагавадгитой, а содержат в себе трансцендентное послание Бхагавадгиты, которое вот мы сейчас с вами пытаемся раскрывать и пренебрегать этими, этим, этой частью Бхагавадгиты не нужно. Шилупрупада говорит в одной из лекций, что это сахаджи и так делают. Что здесь? Перечисляются какие-то войны, имена каких-то войн. Зачем? Наше дело повторять Хари Кришна. Сахаджи так думают. Да? Поскольку это Кришна сам это связано с Кришной. Кришна собрал этих воинов на, по своему плану. Да, некоторые из них на стороне Арджуны, пандавов, некоторые на противоположной. Ну, кого бы там Кришна не собрал, он собрал с целью отправить их в мир иной. Это лила Кришны. И Пропада говорит, что Курукшетра лила и раса лила находятся на одном абсолютном уровне, потому что Кришна является центром, желание Кришны является центром этих лил. Поэтому мы не должны пренебрегать даже именами воинов, которые далее сейчас будут перечисляться. Сейчас Дурьедана начнет перечислять имена воинов с той стороны, потом будет перечислять имена воинов на этой стороне. И поскольку все это связано с Кришной, мы очень внимательно к этому относимся и повторяем имена этих воинов. Это Шилупрупада называет это тонкостями философского понимания тонкости философского понимания — это когда мы испытываем вкус к тому, что связано с Кришной, хотя это не является напрямую Кришной. Мы испытываем вкус ко всему, что связано с Кришной, одинаковый вкус. Поэтому лилы, которые Кришна совершает на Курукшетре, не отличны от раса лилы. И в знак этого Шила наз... назвал божества Шиширада Партхасаратхи. То есть это своего рода Расабхас, может звучать как Расабас, как-то несочетаемо. Где Радарани на Курукшетре? Она, на битве, перед битвой на Курукшетре. Радарани была на Курукшетре, но не во время битвы. Но смысл в том, что Кришна никогда не разлучается, не бывает один. Он, его внутренняя энергия, шимати Радарани, всегда с ним, видим мы это или нет. То есть это вполне э, приемлемо. Шише Радха Партха Сарадхи. М -м -м. Ну, я остановлюсь здесь. Можно какие-то короткие, какой-то короткий вопрос ответить, если будет. Да.

Наша Ачария так, так объясняет. Баладевди Бушина делает утверждение, что богиня Сарасвати таким образом повела органам речи Даритарашты, что в его словах содержатся очень важные аспекты философии Богоудгиты. Вот. С вешадой-йогой Арджуна это никак не связано, это вообще здесь ни при чем. Впал бы Арджуна или не впал бы. То есть, ну как бы, не нужно это пытаться соединить как-то. То есть, я даже, честно говоря, не понял, ну даже, ну, какая возможная связь может между этим быть или не быть. Смысл в том, что богиня Сарасвати может войти в речь демонов, которые оскорбляют Кришну, и прославить Кришну, как в случае с Шишупалой было. А богиня Сарасвати управляет речью. И богиня Сарасвати может также войти, управлять, управляет речью преданных таким образом, как, что они, как бы унижая себя, сознательно унижая себя, дают слушающему знания о их возвышенном положении, как с, с, в случае с Рупой Гасвами в его Мангалачаране э, к бактера Самрита Синху. То есть здесь все просто. То есть просто богиня Сарасвати распорядилась так, что слова Дритараштры

из Махабараты мы переходим, входим в беседу. Да, роль этого всего просто погрузиться в атмосферу событий и постепенно подойти уже к этому моменту беседы Кришны Арджуна, где Кришна дает знания. Но так сложилось, то есть это вот такая вот относительная роль у этих начальных стихов. Вот. Но так сложилось, что они все равно содержат в себе очень много знания, и мы разворачиваем это в соответствии с тем, как это делают Ачари. То есть я, я не могу увидеть проблему. То есть вы задаете вопрос, а, с, как я могу судить, а, с ощущением какой-то проблемы, которую, мы, 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 которую нужно решить. Ну, как бы это обычно, обычная причина вопроса, то есть есть какая-то проблема, то есть что-то не сходится, что-то непонятно. Я не могу осознать проблему. Какую проблему вы видите в том, что... Тот, кто знает Махабарату, он и, и будет внимателен или воспользуется помощью ачарев, как мы сейчас делаем, он сможет глубже погрузиться. Повред... Дурьодана просто говорит слова. Это просто как бы переход из Махабарты к Бхагавадгите, которая начнется дальше. Бхагавадгита еще не началась, но в то же время началась. Мы это уже с вами говорили. Соль и то, что упало в соль. Богини Сарасвати также. Да? А, то есть я не могу все равно, я не, все равно не понимаю проблему. Какая проблема? Зачем мы так подробно обсуждаем слова Дурьодыны? Зачем Ачарии так подробно разворачивают слова Дурьодыны? В этом проблема? То есть так вопрос... Так, а что плохого в том, что мы обсужда обсудили сейчас? То, что на Мачаре, на что на Мачаре указывают, на его природу, на то, каким не надо быть. То есть это уже уроки, это уже уроки, это уже наставление. Да, так же, как и с мы видим страх дорьодыны. Мы, Шарана Гати, с, с, из с поведения Дурьодыны мы делаем зак... Шилопроупада, подводит нас к выводу к Шаранагати. А, то есть это косвенный метод. Косвенный, косвенный метод утверждения абс... истины. А, то есть показано, каким образом не надо действовать, каким, каким нельзя, не нужно быть. Да? Показано то, как нельзя. Дурьоды на лицемерит со своими старшими. Это, это конец. То есть то, да никакого прогресса у человека не, не, не ждет, если он будет таким. То есть его привязанность, его страхи, его материализм, то, что он полагается на войско а побеждает все равно Арджуна, потому что Кришна решил защитить Арджуну в данном случае и сделать его, вывести его победителем из этого. То есть Шилапрупада делает вывод Шарнагати, который является конечным выводом Бхагавадгиты уже сейчас на словах Дурьоданы. Можно считать, что, можно считать, что Дурьодана здесь говорит свои слова для того, чтобы дать нам это понимание уже в начале бхагавад Гиты, что выводом всего учения Гиты является Шаранагати. Надо, чтобы Кришна был на нашей стороне, и мы должны быть следуя по стопам Арджуны, быть преданными Кришне, расположить его, должны предаться Кришне. В самом начале мы уже можем сделать эти выводы со слов Дурьодины, с его вот этой вот с этой ситуации. Но саму науку Шаранагати последовательно уже мы услышим дальше в учении Кришны, которое он излагает Арджуне. То есть для Шаранагати важно, важно понимание и атмы, отличие души от тела, которое, с чего начинается Бхагавадгита. В общем, учение Бхагавадгита начинается во второй главе. Это нужно для того, чтобы предаться Кришне но ну, сейчас мы уже говорим о том что нужно предаться шел подводит к этому выводу кры обозначает вот этот принцип в комментариях к словам дурё кришна самбанга про тая это я хари Самбанхи банкхи васстунага паритео парить его варагем это и наоборот сактася Вишаян, то есть есть ложное и истинное отречение. Истинное отречение – это принятие всего, что связано с Кришной. Это вся ситуация связана с Кришной, вся курукш... битва на Курукшетре. Битва подразумевает две стороны. Вражеская сторона тоже связана с Кришной. Главным на вражеской стороне является дурьодана, его судьба, его переживания, его чувства. Это все связано с Кришной. То есть, и Шилопропада это назыв... имена, имена воинов, которые он перечисляет даже. Шилпропада все это называет тонкость философского понимания. То есть мы с вами уже сейчас сразу учимся тонкостям философского понимания. То есть давайте пробовать, давайте развивать чувства, давайте развивать вкус каждому слову Бхагавадгиты, даже если это произносит Дурьодана. Потому что это в контексте. Тут Кришна в центре, Его лила. В конечном итоге, где была рассказана Бхагавадгита? Она была рассказана перед битвой Арджуни, чтобы вывести его из этого состояния вишады, иллюзии. Почему она была... Почему, что это за битва на Курукшете? Почему она состоялась? Потому что были, были интриги, была вот такая вот предыстория и так далее. Все это связано с Кришной. Вот, как в Нектаре Предности говорится, нам, дорого, нам дорога Курукшетра, поле битвы Крукшетра, это не так, что там любое поле битвы дорого. Нет, оно дорого нам, потому что это связано с Кришной. Кришна рассказал Бхагавадгиту Арджуни на Крукшетре. То есть это тонкости философского понимания, принимать все, что связано с Кришной. Вся эта ситуация связана с Кришной. И Арджу, Дурьодана является косвенным утверждением есть прямые утверждения, есть косвенные утверждения. Дурьодана является своего рода косвенным утверждением. То есть прямое утверждение это вот как должно быть, как правильно, как надо. А косвенное ⁇ вот так не должно быть, вот так неправильно, вот так не надо. Вот. И если ты будешь как надо, то результат будет такой-то. Если будешь как не надо, результат будет такой-то. Но прямое и косвенное является частью одного, утверждает одно и то же. То есть Арджуна утверждает... Истину а Шаранагати на практике предаваясь Кришне и получая защиту Кришны, получая Кришну на своей стороне. А Дурьодана не предается Кришне и получает поражение, не получает Кришну на своей стороне. То есть его образ мышления неправильный, его позиция неправильная. То есть все так или иначе связано с Кришной. Вот в этом смысл. Можете еще задать вопрос, уточняющий? Да, если что. Да, именно именно отсюда вот это, как вы сказали, от противного шилопропада переходит переходит к выводу. То есть выводом всех этих стихов, этих слов дурьоданы является шаранагати. Ну, то есть здесь его слова, они э, являются как бы лишь частью ситуации. То есть Шилапрапада через слова Дурьодана mm -hmm. заходит во всю саму ситуацию, гл глобально, как бы, трехмерно. И из нее делает вывод Шаранагати, что Дурьодана заблуждался, Дурьодана был, действовал неправильно. Он заблуждался, что, по, беспокоясь о том, кто там на какой стороне, на чьей стороне, какая армия думая, что его защитит армия. Но по факту это не сработало. То есть это уже вперед он заглядывает. Вот, и делает вывод, что выводом должно быть Шаранагати. Это вот отрывок из лекции Шилбурпада, который мы за зачитали. Как раз к третьему стиху, ко второму и третьему стихам. Уже время вопросы кто не успел задать, пожалуйста напишите их я буду выбирать вопросы а, да несколько секунд по поводу вопросов, которые вы задаете задавать вопросы можно сколько угодно я буду выбирать некоторые вопросы я не, я, я не буду отвечать если я знаю, что они нас ответы на них нас ожидают впереди по курсу. тогда я просто не буду отвечать. Если эти вопросы слишком сильно нас задержат, то я тоже могу как бы избежать ответа на них. Но вопросы, которые непосредственно относятся к курсу, я буду отвечать. Ну, естественно, это вопросы, которые помогают, в общем-то, нам обсудить все, не оставив ничего. Обсудить все, что надо обсудить, не оставив ничего за бортом. Вот и у Матаджи Нархарипри были вопросы, на какие-то ответ прозвучал, на какие-то нет, можно их отредактировать, если что-то вы уже услышали, то можно сократить. По поводу парампы, в следующую среду я скажу пару слов, есть ответ на это. Харе Кришна, спасибо всем. Shalo pravpada ke Bhagavad Gita ke